Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 29 февраля. Наши прародители в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Коль солнце багровым окрасилось на восходе, к метели. Если на крышах домов сосульки заприметили, да еще длинные и толстые, значит, зима затянется. Вот так вот. Ежели утром снег и туман, лето теплым будет. А какая же погода ждет нас завтра, 29 февраля? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Высокий Холм Смоленского района Смоленской области немного похолодало, но на уличном градуснике все равно плюсовая температура. К счастью, дождя завтра не будет, а вот снег останется. В деревне Высокий Остров Акуловского района Новгородской области минус 3 и очень много снега. А послезавтра и еще снег добавится. Вот такой вот последний февральский денек. В селе Высокие Поляны Петелинского района Рязанской области плюс 3. Как сообщают синоптики, осадков точно не будет. Однако скоро плюсовая температура сменится на минус. Но сильных холодов не будет. Слякоть досталась жителям деревни Высокие Дворики Серпуховского района Московской области. Воздух там прогреется до 3 градусов. Только и здесь с зимой окончательно прощаться нельзя. Минусовая температура еще вернется. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!